В Москве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал соглашение с директором Роскультцентра Мариной Абрамовой. Главная цель сотрудничества – системная поддержка креативных индустрий. Для российской экономики креативные индустрии – это новый, еще недостаточно изученный сектор с довольно высоким потенциалом. К нему относят более 30 различных видов деятельности. Это дизайн, архитектура, кино, телевидение, мода, музыка и многое другое. Помогают молодым талантам развиваться в Роскультцентре. В нашей стране невероятный объем творческой молодежи, которая конкурентоспособна во всем мире. А наша задача не мешать, наша задача создать условия, создать инфраструктуру для того, чтобы они могли получить качественное профобразование и развиваться дальше, делая свои бизнесы в сфере креативных индустрий. Среди совместных проектов Ульяновска и Роскультцентра – субсидирование локальных брендов, льготная аренда точек продаж, организация бизнес-программ для предприятий креативного бизнеса, проведение международных бизнес-инкубаторов для предпринимателей. В этом году запланировано проведение ряда мероприятий. В октябре мы проведем форум арт-резиденции креативной индустрии стран БРИКС, причем не только самих стран БРИКС, но и ряда других стран, в том числе представителей европейских государств. В ноябре мы примем 10-ю национальную премию в области событийного туризма. Но это только малая часть тех мероприятий, которые мы благодаря этому еще и подписанному соглашению намерены провести у себя. Губернатор выразил готовность провести летом финал Всероссийского архитектурного хакатона «Города». Результатом проекта станет разработка архитектурных проектов молодежных территорий. Также ульяновские предприниматели поучаствуют в российской креативной неделе. Анна Тищенко, Улправда ТВ.